Сегодня вопрос достаточно популярный, но не надоедающий никогда. Какую суперсилу вы бы хотели иметь? Надеемся на оригинальные и обоснованные ответы. Хочется много всего. Каждые полгода такая суперспособность меняется. Самая крутая способность — это управлять потенциальной удачей. Ну, это к тому, что, приводя вселенную Ван Панчмена, там чувак есть, который потенциально, подсознательно управляет удачей, он самый сильный. Однозначно умение оказываться в любом месте в нужное время. Ну, телепорт. Наверное, это телепортация. Наверное, суперскорость, скорее всего. В принципе, телепортация для такого человека, как я, который ценит свое время, это круто. Для человека, который любит путешествовать, это еще жестче. Это, прикинь, можно пробки оббегать спокойно в свете, вообще на халяве. А если ты условно можешь еще передвигаться вообще по всей вселенной, телепортация — это вообще топ. Да, суперскорость определенно. Я бы хотел принимать ту физическую форму тела, которая мне нужна в этот момент. Ну что, я люблю поесть. И при этом хочу выглядеть стройным и накачанным. Вот и все, вот тебе и ответ. Ну а так, наверное, ну, чтение мыслей тоже круто, наверное. Только главное, чтобы его можно было всегда отрубать. Ну, то есть, если ты постоянно будешь читать мысли других людей, с ума сойдешь, мне кажется. Просто для коварных своих целей, махинаций и так далее. Наверное, это умение проходить сквозь стены. Шапка-невидимка. Мне кажется, это самое прикольное, что может быть. Или невидимость. Наверное, невидимость. Всегда я в детстве мечтал быть невидимым, зайти в банк, взять огромное количество денег и скрыться. Шапка-невидимка — это такая тема, ты можешь быть везде и как бы можешь присутствовать везде, ты можешь людей подслушивать. Шапка-невидимка — это круто. Тут, как обычно, призывать ежиков. Ежики милые. Приз за самый оригинальный ответ присуждается, пожалуй, инмейту. Сможете ли вы превзойти его в комментариях, друзья? Дерзайте. Пока-пока.